Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims Medieval, и вы смотрите 9-ю серию. Мы с вами продолжаем играть в Королевстве Козляндия, и в данный момент мы с вами играем за лекаря. Мы играем за кровопускательницу Кобыздохлу. Вот она наша Кобыздохла. Кобыздохла у нас ищет травку. Травку-муравку, она ее обнаруживает, и давайте соберем то, что мы обнаружили. В данный момент мы с вами выполняем задание, основное задание, которая называется «Приписываю вам любовь» или «Прописываю вам любовь», ну, в общем, как-то так. И нам нужно встретиться на пристани с Захарием, с нашим пациентом. Давайте мы пойдем на участок и пообщаемся с ним. Также у нашей Кобыздохлы есть основные ее ежедневные задания, ее обязанности. Ей нужно приготовить и доставить порцию слабой мази, и еще, наверное, в ближайшее время появится какое-то задание. Эти задания нам нужно стараться все-таки выполнять, потому что за невыполнением нам могут, ну я не знаю, говорят, что могут даже казнить, поэтому лучше не рисковать и их выполнить. Но в данный момент сосредоточенность у нашей красавицы плохая, поэтому я не рискну сейчас начать выполнять эти задания, так как мы их провалим. Так, давай Кобыздохла быстренько такая пошла, быстрым шагом и встречай другана. Так, где Захарий? О, Захарий тут уже с девушкой общается, давайте мы... А что нам нужно сделать? Лекарь, осмотреть, оказать первую помощь. Осмотреть, что нам нужно сделать? А, найти ракушку, которую Захария получит в подарок. Подарю я ему ракушку, поищу ее в песке. Офигеть. Ну ладно, давайте будем искать ракушку здесь. В общем, наш врач должен найти какую-то ракушку, которая вылечит пациента. Фу, это дохлый краб, поищу еще. Офигеть, мы дохлого краба нашли. Интересно, он у нас в багаже появился или нет? Давайте посмотрим, что у нас в багаже. Ракушка, о, мы нашли, а, вот мы нашли ракушку, отлично, давайте, эта ракушка вам в подарок, давайте подарим ему, слушайте, мы так можем это самое с ним, подарочки ему будем дарить, в итоге это самое, женимся еще, то есть замуж за него выйдем, нафиг он нам нужен, вот, ничего себе, ракушка какая, огроменная, так, как необычно, вы так помогли, мне Кобыздохла, я расскажу друзьям, теперь мне пора, а вас ждут другие пациенты, прощайте, Захария. Прощайте. Так, мне нужно вернуться, то есть нам нужно вернуться в лечебницу, у меня и других дел хватает. Я думаю, что мы сейчас, наверное, приступим, попытаемся, по крайней мере, начать выполнять наши ежедневные задания, потому что я все-таки боюсь, вдруг придет мордатый и скажет, что, я не знаю, по законам Козляндии за нарушение правил, за то, что мы, не, я не знаю, не платили налоги, за то, что мы уклонялись от обязанностей, он нас бросит в яму. Это, конечно, плохо будет, поэтому нужно выполнять эти задания. Давай, Кобыздохла быстренько побежала, я включаю быструю промотку и... О, нам пишут разглядеть свою внешность в зеркале. Почему мне вдруг стало нехорошо? Ой, блин, она еще вдруг заразилась. Надо поискать видимые симптомы болезни. Вот еще нашей Кобыздохле только осталось заразиться. Ребят, давайте мы сходим к зеркалу. У нас вообще зеркало имеется. Давайте на второй этаж отправимся, посмотрим. Я не знаю, у нас, ребята, у нас зеркала нет. Да мы вообще бомжи, у нас зеркала нет. Нам что, к мордатому сходить в дворец? Может быть, у него там есть зеркало? А у нас, ребят, зеркало я, к сожалению, не вижу. Давайте попробуем, наверное, его приобрести, потому что иначе я не знаю, как выполнить это задание. Зеркало, наверное, вот украшение, да, вот зеркала. Как правильно, зеркало или зеркала? Наверное, зеркала. Так, давайте мы купим какое-нибудь зеркало, такое не очень дорогое, и повесим его, наверное, на стене, да, вот сюда повесим или сюда, боже, куда, такие неудобные тут вообще, все неудобные, такие дома в Sims Medieval особо не получится так что-то рассмотреть, к сожалению, вроде как игра на Sims 3 похожа, но все равно не настолько хорошая, как Sims 3, не настолько детализированная, о господи, она морды там себе корчит, а нам нужно разглядеть свою внешность в зеркале, разглядеть внешность, ну, вроде бы я это и выбрала, да, да, разглядывать внешность, посмотрим, что нам сейчас напишут, и у нас осталось 2 часа уклонения от обязанностей, через 2 часа мы вновь должны быть сосредоточенными и, по идее, сможем выполнить задание, наверное, приготовить порцию слабой мази. Выгляжу я нормально, но чувствую себя не очень. Может, пройдет, меня ждет следующий пациент. И нам нужно спросить, в чем проблема у пациента Уэстона. Слушай, Уэстон, ты вообще кто такой? Пришел тут, наверное, вот Уэстон уже сидит. Кто это? Давайте посмотрим на него поближе. Уэстон, пациент... А, это просто пациент. То есть у нас тут бывают козапасы, торговцы, а это просто пациент, но...
Не знаю даже. Наши кабы сдохли и покушать надо. Давайте отправим ее перекусить. Короче, чуваки, обеденный перерыв. Давайте приготовим еду. Ребят, мы можем приготовить семечковую кашу. Отлично. А где мы семечки взяли? А, мы собрали травку. Мы, когда траву собирали, мы нашли какие-то семена, и теперь можем из них приготовить кашу. Это хорошо, потому что обычная каша, которая там не из мяса, не из семечек, или вообще, ну просто обычная каша, она дает плохой мудлет. Вот, и Симу она не нравится, поэтому нужно нам кормить нашу кобу сдохлую и вообще всех наших Симов хорошей едой, чтобы они чувствовали себя хорошо. А, так, что-то я не пойму, почему второе задание нам не появляется, написано, что каждое утро в 9 утра. Не знаю, я, наверное, что-то пропустила, но я не помню, что в 9 утра у меня здесь была обязанность. Так, и вот эту вот попробуем все-таки выполнить. Ну что, каша вкусная была, ты поела и как бы сдохла. Давайте мы спустимся вниз и, наверное, попробуем все-таки сделать порцию этой слабой мази, если у нас получится. У нас остался час несосредоточенности, уклонения от обязанностей, и, может быть, мы как раз успеем. Да, видите, слабая мазь у нас сейчас красным подсвечено, возможно, будет плохо получаться у кобы сдохлой, но я надеюсь, что сейчас у нее пропадет вот этот мудлет, уклонение от обязанностей, и у нас все получится. Давай старайся, сделай нормальную мазь. Слушайте, мне кажется, она сейчас вообще тарелку разломает. Давай старайся, старайся, сейчас пропадет твой мудлет, и выполнишь задание, и все будет хорошо. Или не будет, ой, боже мой, по выражению ее лица, мне кажется, что нифига у нее не получается. Ну, не знаю, тогда второй раз попробуем сделать эту кашу. Я как бы сдохла, терпит неудачу. Ну, я так и знала. Терпит она неудачу. Ладненько, давайте тогда пойдем к пациенту. Вот он, наш пациент, он заждался, и спросим, в чем у него проблема. Может быть, он тоже беременный. Это вот это, да. Вот, пациент Уэстон. Уэстон, ну расскажи, что у тебя там за дела. Мы сейчас тебя прооперируем, не бойся, если что. Жить будешь, а может быть, и не будешь. Вообще, какая разница? Всем в Симс, да, в средневековье вообще страшно было болеть. Поцеловавшись со мной один раз, никто не хочет целовать меня снова. Вы можете помочь? Я не против поцеловаться с нами. Ванесса очень вас хвалит. Ну, разве ради науки? Ладно, давайте поцелуемся. Так, ребята, что-то я в шоке. Давайте мы это самое... Ну, поцелуемся, что ли? Нам все равно нужно выполнять это задание. Вы поняли, что он сказал? Он говорит, Ванесса нас хвалит. Я так понимаю, что Ванесса просто нас хвалит за то, что мы дали ей хороший совет, а не за то, что мы с ней целовались, потому что с Ванессой мы не целовались. Но давайте поцелуемся с этим мужиком и узнаем, почему-то после первого поцелуя другие Симы, ну, не хотят с ним дальше целоваться. Я думаю, что у него со рта просто воняет. Посмотрим сейчас. Ну что, ой, боже мой, ну вот вообще кошмар, как можно, ну видите, вот лекарям приходится идти на все ради исцеления пациентов. А как уж, чё, да уж, как будто с ламой поцеловались, нужно понять, в чем причина проблемы. В чем причина проблемы? Насколько я могу судить, когда Уэстон целуется, один нюанс становится большой проблемой. Ужасная техника поцелуя, плохой запах изо рта. Ой, боже, я, наверное, думаю, что тут эти обе причины, но нужно выбрать нам что-то одно, поэтому давайте скажем, что у него воняет со рта. Целоваться с вами все равно, что вылизывать ночной горшок. Уэстон должен знать правду. Уэстон, я не знаю, были ли зубные щетки в средневековье, но, слушай, у тебя проблема какая-то, мужик. Давайте мы ему, не знаю, скажем правду, чтобы знал и чистил зубы, а то как-то вообще не камильфо. Запах изо рта, ну почему же я его совсем не ощущаю? Вы можете мне помочь? Приготовить средство для полоскания рта. О, в средневековье были средства для полоскания рта. Так, ребят, давайте сделаем средство для полоскания рта. Нам, кстати, нужно еще сделать эту самую мазь. Но я не... Во, все, отлично, ребят, у нас пропало действие, то есть мудлет, сосредоточенность минус 40, поэтому сейчас, я думаю, у нас получится приготовить слабую мазь и доставить ее тому, кто ее заказывал, потому что нашу кобу сдохлую могут вообще в яму бросить и казнить, поэтому нам нужно постараться и выполнять наши задания, потому что мордатый он это самое позволять не будет, чтобы его подданные в королевстве непонятно чем занимались, поэтому у нашей кровопускательницы стоит это постараться. Давайте сделаем мазь, кобу сдохлую.
успешно создает слабая мазь. Отлично, мазь мы создали, и давайте теперь сделаем средство для полоскания рта. Отлично, у нас есть все ингредиенты, и я вот думаю, кому бы нам мазь. Вот, дать слабую мазь нам нужно дать вот этому мужику. А, это он целый день тут ждет, селянин Гай, он ждет, когда ему мазь дадут. Сейчас тебе дадут мазь, не переживай. Мужик, все будет нормально, у тебя со рта не воняет случайно, то мы можем тебе еще это самое рот пополоскать. Можем поцеловаться с ним, чтобы определить, воняет у него со рта или не воняет. Да, пациент Захария пришел уже что-то возмущается. Мы же его вроде как вылечили, я так понимаю, что мы его вылечили, да, но он все равно пришел и, наверное, просит еще лечение. Ему не понравилось, наверное, что мы его ракушками лечили, а второго пациента лечили поцелуями. Так, давай, кабы сдохла, быстрей. А, кабы... Че, не получилось, ребята, у нас не получилось... Сделать средство для полоскания рта. Давайте тогда сделаем еще одно. И вот, ежедневное задание у нас выполнено. Одно мы выполнили, а другое, к сожалению, провалили. Я, честно говоря, не помню, как мы его провалили, потому что я его даже не помню, это задание, которое у нас здесь было. А мы, оказывается, его даже успели еще успешно провалить. Давай, делай средство для полоскания рта. Я надеюсь, что у нас хватит ингредиентов, и Захария это самое перестанет вонять, и все с ним будут целоваться, и, может быть, любовь свою встретит, обретет, и будет жить счастливо и долго. Так, вот мы колдуем тут. Не, мы не колдуем, мы же не колдуны. Это у нас есть колдун задолбал здесь, но наша кабы сдохла, она не колдун, она у нас лекарь, и она, в общем, наукой интересуется. Ее мистика совершенно не волнует, она в это не верит, она лечит научными методами, пиявками, всякими этими самыми устрашающими операционными столами. А, давай, я надеюсь, что у тебя все сейчас получится, и мы сделаем. Да блин, кабы сдохла, терпит неудачу. Да кабы ты сдохла, ну что, блин, как так можно? Вообще невероятно, два раза уже мы терпим неудачу, что-то у нее не получается. У нее, кстати, хороший мудлет, хорошо выполненная работа, новый друг. О, мы друга нашли, и вкусная еда. Ей понравилась, короче, семечковая каша. А друг — это пациент Уэстон, с которым мы поцеловались. Видели, вот просто поцеловались с чуваком, и он стал нашим другом. Может быть, и замуж за него выйти, но, блин, если у него воняет со рта, нафиг нам такой муж нужен. Поэтому я думаю, что как бы сдохли, не стоит выходить за него замуж, но... Как друг он нам не помешает. Ну давай, скажи, что получилось у тебя эта штука, потому что мужик уже реально заждался. Все вроде мудлеты хорошие, все хорошо, но что-то не получается. Давай, старайся и скажи, что все получится. Кабы сдохла, успешно создает предмет, средство для полоскания рта. Давайте отдадим его мужику и смотрите, что нам... Что? Ну да, это средство. Отлично, Уэстон скоро получит средство для полоскания рта. Давайте отдадим пациенту и посмотрим, что нам нужно дать средство для полоскания рта. Ну так я и даю тебе, мужик, что ты, бери, не стесняйся, полоскай рот. Сейчас еще раз поцелуемся и проверим. Что-то оно зеленое какое-то. Я думаю, хуже не будет ли? Может, вообще будет вонять так, что ужас. Я думала, что этим средством, чуваки, надо... Чувак, то есть, надо полоскать рот, а не пить его. Я ощущаю такую свежесть, будто внутри у меня целый мятный айсберг. Может, я так и знала, что он хочет опять поцеловаться. Целовать, принюхиваясь. Ну, в общем, на что не пойдешь ради лечения этих пациентов. Да, порезался мужик. На что не пойдешь, придется целовать нам его снова, и теперь даже принюхиваясь. Ну, давай-ка бы сдохла, продемонстрируй свои способности, или он пусть продемонстрирует. В общем, принюхивайся, что там, воняет у него со рта, не воняет. Только он рот-то не полоскал, а выпил эту штуку. Зря, конечно. Сработало, с вами так прилично целоваться, Уэстон. Ну, что нам дальше пишут? О, я искренне благодарю вас, кровопускательница, как бы сдохла, и порекомендую вас всем знакомым. Узнать, как поживает Захария. Ну, я ребят, вам говорю, что он это самое... А, подождите, Захария — это другой. Как там ваш разрыв отношений? Жалко. Мне вот этот Уэстон понравился. Мы с ним целовались уже два раза. Ну, можно сказать, что какие-то отношения завязались. Так что, ладно, давайте больше дальше будем общаться с Захарием. Захария — это чувак, у которого там проблемы с любовью. А, ну да, мои чувства к ней прошли, но меня охватила страсть кое-кому прекрасному, удивительному, милому человеку. Но как же мне об этом сообщить? Слушайте, он не к Уэстону случайно пропитался любовью? Ой, кто это такая? Какая-то женщина-пациент, Эсмеральда.
Так, ну давайте мы посмотрим, что. Захария хочет сказать своей новой страсти, о своих чувствах, но мне лучше посоветовать ему. Советовать быть прямолинейной, советовать быть изобразительной. Не вижу, ребят, изобретательной, да, изобретательной. Так, нам нужно Захарий, короче, еще в кого-то влюбился. Мне кажется, ребят, Захарий просто какой-то, блин, этот самый ловелас, потому что то одна у него пассия, то вторая. То, понимаете, то он страдал по одной девушке, а тут он раз ее быстро забыл и влюбился в другую. Что это за мужик такой вообще? Наглый какой-то. Так, прямолинейным или быть изобретательным? О, боже мой, я бы вот, если, конечно, судить с точки зрения Захария, то ему нужно быть изобретательным. Но, блин, пусть он нафиг будет лучше прямолинейным, потому что так, если будет он слишком изобретательным, он тут с полгородом завяжет романтические отношения. Пусть лучше будет честным. Давайте мы ему посоветуем быть прямолинейным, потому что если он станет изобретательным, то потом будут по городу бегать множество маленьких Захарийчиков, потому что он тут соблазнит половину города. Лучше пусть будет честным и сразу признается своей даме, что ты, короче, меня не особо интересуешь. Я, говорит, просто... люблю, да. Так, нужно просто ей сказать. Ладно, сейчас попробую. Я люблю вас. Че, нас, что ли? Ты че, кабуздоху любишь? Так, не думаю, что это поможет. Я попробую быть изобретательней. Пожелайте мне удачи, обняв на прощание. Офигеть, ребята, он все равно хочет быть изобретательным. Вот гад. Вот я же говорю вам, что этот самый, он Казанова еще тот. Изобретательный, ж ты какой. Давайте его обнимем на прощание и скажем, что вообще, чтобы, может быть, они видели в нашей больнице. Прикидываешься тут тем самым больным. На самом деле здоровый бык такой. Так, вы лучше всех, как бы сдохла. Постараюсь быть изобретательнее. Вот козел. Я хотела, чтобы он был прямолинейным, а он все равно решил быть изобретательным. Спросите у пациента, что стряслось. Во, это Эсмеральда. Давайте спросим, что у нее тут случилось. А, не, подождите, это не Эсмеральда, это шкаф. Ой, боже, Ребята, что они делают? Что они делают? Стряпуха Иветта и пациент Эсмеральда. Они дрались, что ли? Я не пойму, что у них борьба какая-то происходила. У нас есть еще одна пациентка. Короче, видите, как врачом быть нелегко. Постоянные пациенты, и у каждого что-то болит. Помогите, я примерила симпатичные... Чего? Не вижу. Полоски. Что-то верности? На рынке и случайно застегнула вот этот ключ. А, боже мой, ребята, на пояс верности одела. Кошмар. Так, что нам надо делать? Ну и как мне снять... А, пояс верности. Там просто так было непонятно написано, что я просто догадалась. Да, это пояс верности, который носит пациент Эсмеральда. Короче, пояс верности, это и там, ну, в средневековье, там, по-моему, мужья надевали на жен. Железные трусы, чтобы, в общем, не изменяла она мужу. Короче, что нам делать теперь? Конечно, отринуть. Ну, я так понимаю, что нужно молотком и еще какими-то инструментами это все дело снять. И можно было сделать подходящий ключ. Так, я думаю, что мы не будем самое с молотком орудовать, потому что мало ли что, еще не туда стукнем и вообще самое поломаем ей что-нибудь, кость какую-то. Давайте мы лучше сделаем подходящий ключ и постараемся. Так, взять обломки металла в деревне. Так, страдания, которые испытывает пациент Эсмеральда, нужно прекратить. Сделаю ключ от пояса верности. Сначала нужно купить немного обломков металла в деревенской лавке. Итак, ребят, давайте мы с вами отправимся в деревенскую лавку. Тропа в деревню нам нужна. И купим там, я не знаю, что, обломки металла нам нужны. Кто это стоит тут такой? Щипач. Он щипает, что ли, всех. Так, нам нужно идти в деревню, отправиться в деревенскую лавку. Также я хочу в деревне, кстати, ребят, прикупить что-нибудь съестного, чтобы наша кабуздохла могла готовить себе еду. У нас вроде как семечки есть, мы можем приготовить семечковую кашу, но может быть нам купить какого-то мяса или еще, ну, что-нибудь, из чего мы потом приготовим пищу, чтобы был хороший мудлет у нашей кровопускательницы. Неизвестные болезни. Не понимаю, что со мной. Ребят, она что, заболела? Ну вот капец, вот так вот быть врачами. Она еще и сама заболела. Боязнь темноты. Блин, она же у нас трусиха. Она трусиха, она боится идти ночью по нашему, блин, по нашей Козляндии. Да не бойся, нашу Козляндию защищает мордатый. Ты что, наш царь, он это самое...
обеспечил безопасность всех граждан, так что не надо тебе бояться, давайте мы быстрее пройдем. Но вообще, насколько я знаю, могут напасть бандиты. Да, вот мы так можем идти, и кто-нибудь на нас может напасть. И, конечно же, ну блин, зараза, ну я так и знала, ах ты скотина. Вот я еще тогда его обнаружила, мне не понравился щипач Мелоди. Ах ты гад, это мужик или баба, я еще не пойму, так замаскировался или замаскировалась. Я не вижу, кто это, мужчина или женщина, но, блин, что мы можем сделать? Ничего мы не можем сделать. Походу нам кранты, деньги, да, придется нам отдавать. А, ну да, он у нас забрал, или она забрала у нас деньги. Знакомая, это женщина, вообще наглая, ужас какой-то, ограбила, 11 миллиончиков у нас забрала. Все, ребят, все, фигушки, ночью больше никогда не пойдем мы в деревенскую лавку, только если кем-нибудь посильнее, потому что наша... Как бы сдохла она трусишка, и она вообще такая девушка утонченная, хрупкая, ее... Нельзя саму ночью пускать куда-нибудь, особенно в деревню, по этой непонятной тропе, так что больше мы этого делать не будем. Я надеюсь, что на обратном пути это самое, ничего с нами страшного не случится. Так, нам нужно купить обломки металла. Обломки металла. А где же они у нас тут имеются? Я не знаю, предметы, наверное, да. Скорее всего, это дело все в предметах, но... слабая мазь. О, кстати, слабую мазь можно даже купить, а мы ее сегодня сами создавали. Так, блин, ребят, я не вижу никаких обломков металла. Давайте мы купим еды для начала, чтобы... Давайте пшеницу приобретем, мясо, какую-нибудь кабанятину. Ну, блин, как-то дорого кабанятина стоит, офигеть. Так, мы не будем много тогда кабанятины покупать. Вот лука лучше купим. Лучше мы купим овощей, потому что мясо как-то дорого. Так, все, купим мы предметы на 250 миллионов. Это еда, и сейчас я... Так, что такое? Идя между деревенскими прилавками, как бы сдохла, наталкивается на любопытную, но несколько подозрительную процессию из странствующих менестрелей. Ну, это, короче, там... Барды, типа, которые песни поют, там, стишки читают. Вперед выскакивает легкомысленно одетый шут и предлагает приобрести побег ароматной, освежающей таинственной травы. Кровопускательница как бы сдохла в раздумье. Ну, вот представьте, ребята, час ночи, как бы сдохла, идет напуганная, в шоке. Это самое, на нее напал какой-то чувак, забрал у нее деньги. Она идет, блин, купила кабанятины немножко, хочет уже идти домой, и тут выскакивает какой-то мужик в одежде шута и предлагает ей купить травки. Ну что она сделает? Уйти или почему бы и нет? Ну давайте пусть она купит эту травку. Не знаю, что там дальше будет. Кровопускательница как бы сдохла, тревожно озирается, но потом одним глазком заглядывает на побег травы. А, так, мы получаем тошноту и получили еще 4 травки какой-то. Я не буду все это читать. Если хотите, нажмите на паузу и почитайте. Так, но все же мне нужно купить обломки металл взять. Простите, а как мне их взять? А, так вот, их не нужно покупать. Я думала, что обломки металла, они продаются в лавке, а мы просто можем их взять. Так давайте мы их возьмем, как бы сдохло. Тут на халяву можно взять это все дело. Так что иди давай возьми обломки металла. У нас тошнота, господи, боязнь темноты, неизвестная болезнь. Короче, мы тут сами, пока лечили пациентов, заболели. Как бы сдохло, ну все, все, иди возьми обломки... обломки, чего там обломки, обломки металла, давай быстренько, а потом отправляемся домой и будем, не знаю, как-то стараться выжить, потому что ей очень плохо, у нее и тошнота, и себя она очень плохо чувствует. Кстати, можно посмотреть сейчас на карту, у нас вообще Козляндия пока пустынная, скоро, я надеюсь, что здесь будет много всяких домиков, и будут жить там разные симы. В данный момент у нас пока только 2 дома, это два дома, вроде как один выглядит, но на самом деле в башне мага проживает у нас маг задолбал, а в вот этой лекарне, лечебнице проживает наша кровопускательница, как бы сдохла. Интересно, двигаюсь ли я в верном направлении, обломки отлично подойдут. Все, у нас есть обломки, и давайте мы быстренько отправимся домой, потому что уже 4 утра, и наша как бы сдохла чувствует себя очень плохо. Что нам нужно дальше сделать? Собирать кислотные, о боже мой, собирать кислотных муравьев в пещере. Короче, я вам скажу, ребят, не сахар это быть этой самой лекаршей, потому что всяких там надо жуков собирать, муравьев, ужас какой-то, обломки металла,
вообще это не женское дело, что-то она должна металл собирать, муравьев каких-то. Ну, муравьев еще ладно, но металл это же вообще капец. Так, все, кровопускательница наша сама пришла спать, у нас, ребят, 5 утра, мы до сих пор продолжаем выполнять задание «Прописываю вам любовь», и что-то как-то нам теперь нужно собирать кислотных муравьев. Будем пополнять все потребности нашей симки и встретимся с вами уже в следующей серии, где продолжим лечить наших пациентов и пускать им кровь. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!